Сегодня 3 октября. Мы выбрались посмотреть новый вокзал автобусный. Его открыли 30-го, но еще он почему-то не действует. Вообще, конечно, вокзал очень выглядит хорошо, пока он новенький. Очень хорошие покрытия все сделали. Скамеечки, все удобно. Вот даже я здесь увидела такой столб, который показывает загрязнение воздуха. Вот сейчас вот он зеленый. А вот там вот написано, что зеленый — это поветше. Позже за нечищень в поветшах. Зеленый — бардзо добрый, чуть-чуть светлее. Добрый, умеркованный, достаточно злый и бардзо злый. Вот сейчас у нас поветше здесь доброе, но не бардзо доброе. Ну, я вот такого, например, нигде не видела. Очень хорошо. Если он еще правду показывает, это класс. Ну, вот сейчас посмотрим. Вот тут вот автобусная остановка для городских автобусов. Все аккуратненько, все хорошо. Посмотрим, как будет дальше. Вот, собственно говоря, сам автовокзал. Мне очень нравится, что здесь много скамеек. Вот это правильно. Скамеек должно быть как можно больше. Везде установлены на каждом становиску вот эти вот экраны. На них, видимо, будет высвечиваться, но не видимо, а точно прибытие, отбытие, направление. Но вообще, конечно, сделано все хорошо. Очень хорошее покрытие. Без всяких ступенек, без ничего. Вот это вот здание, где там билеты продаете, там двухэтажное. Даже бистро он есть. В общем, все так сделано. Очень хорошо, очень удобно. И в дождь, и в снег можно здесь сидеть. Хорошо. Только мне единственное непонятно. Вот на столбе такая штучка. Заказ паления. То есть курить нельзя. Вот тут вот стоят скамейки, да? Как я говорила, это очень хорошо. И около вот каждых таких вот парочек скамеечек стоит мусорка. Мусорка, она специальная. Не просто для мусора, а вон сверху вот такое вот покрытие, диск. Специально для тушения сигарет. И, собственно говоря, почему на улице нельзя курить? А где курить? Почему людям вообще запрещается курить? Я понимаю, что в здании там нельзя курить или что, но вот это вот. И на каждом столбе заказ паления, заказ паления. Вот это, я считаю, неправильно. Ну, можно сделать какие-то несколько мест, где заказ паления, но и надо оставить людям, тем, кто курит, чтобы они могли где-то покурить, ожидая свой автобус. Нарушение свободы человека. Ну, а вообще, конечно, хороший вокзал. Может быть, все пока то, что новенькое, но очень хорошее покрытие. Все, и чтобы удобно было всем. И, как я уже говорила, без ступенек. Все такие съезды, все хорошо. А вот эта территория, прилегающая к вокзалу, тоже такая обширная, чистенькая, свободная. Там автостоянка, там вдалеке Лидл виднеется, что тоже очень удобно. Вот такой автовокзал новый открыли в Катовицах. Вот тут для велосипедов все есть, пожалуйста, приезжайте, гости дорогие. Как говорил Чебурашка, строили, строили и, наконец, построили. Ура! День сегодня очень хороший.